Привет! Сегодня мы разберем партию гитары из композиции Someone Like You, Adele. Полное исполнение вы сможете посмотреть вот в этом видео. А начнем мы с интро, которое играется так. Первый аккорд. Четвертая струна на седьмом, третья на шестом ладу, вторая струна на пятом ладу. Здесь играем такой перебор. Четвертая, третья, вторая, третья. Так нам нужно сыграть 4 раза подряд. Второй аккорд. Оставляем указательный палец. Средним прижимаем четвертую струну на шестом, а безымянным третью струну тоже на шестом ладу. Играем здесь такой же перебор 4 раза. Третий аккорд. Оставляем третий палец на третьей струне на шестом ладу. Добавляем четвертую струну на четвертый лад и мизинцем вторую струну на седьмом ладу. Здесь играем такой же перебор 4 раза. И заключительный аккорд. Оставляем мизинец на второй струне на седьмом ладу. И добавляем на этом же ладу третью и четвертую струны. Наш перебор играем 4 раза. После интро мы должны сыграть куплет, который играется точно на таких же аккордах. И весь круг из 4 аккордов нужно повторить 3 раза подряд. После куплета идет бридж, который звучит так. Первый аккорд. Зажимаем шестую на втором ладу и третью струну на первом ладу. Здесь играем такой перебор. Шестая, третья, первая, третья. На этом аккорде нужно сыграть так 2 раза. Второй аккорд. Мы оставляем шестую струну и третью теперь прижимаем третьим пальцем на втором ладу. Здесь играем тоже 2 раза такой же перебор. Третий аккорд. К этим двум нотам мы добавляем еще мизинец на вторую струну на третий лад. И теперь играем шестая, третья, вторая, третья. Такой перебор нужно сыграть на этом аккорде 4 раза. Далее повторяются опять 2 первых аккорда из бриджа. А теперь мы добавляем мизинец на первую струну, на второй лад. Здесь играем 2 раза. Возвращаемся опять на первый аккорд. Играем тоже 2 раза. И возвращаемся на предыдущий аккорд. Третья струна на втором и первая струна на втором ладу. Здесь играем тоже 2 раза. Это припев, давайте посмотрим, как он играется. Первый аккорд из припева зажимается с барре на втором ладу. Вы можете зажать барре на 3 струны или на 4, как вам удобно. Главное, чтобы пятая струна оставалась открытой. Я зажимаю барре на 3 струны и играю вместе пятую и третью. Далее вторую, первую, прижатую на пятом ладу, и опять вторую. Продолжение перебора. Третья. Вторая, первая, вторая.
Получается, мы играем на аккорде два раза. Третья, вторая, первая, вторая. Но первый раз мы играем с басом, а второй раз без баса. Хорошо, теперь второй аккорд. Зажимаем первым пальцем ноту на третьей струне на первом ладу. Играем вместе с шестой открытой. Далее играем вторую. Теперь первая струна, прижатая на четвертом ладу. И опять вторая. Далее третья, вторая, первая, вторая. Третий аккорд. Зажимаем шестую на втором ладу и третью тоже на втором ладу. Играем сначала их. Далее зажимаем вторую струну на втором ладу, играем ее. И первую струну на втором ладу, играем ее. Потом опять вторую струну. Продолжение перебора. Третья, вторая, первая, вторая. И заключительный четвертый аккорд. Мы оставляем с предыдущего аккорда средний палец на втором ладу на третьей струне. Играем вместе с четвертой. Далее добавляем мизинец на вторую струну. И третий палец добавляем на первую струну, на второй лад. После чего вновь играем вторую струну. А продолжение перебора. Третья, вторая, первая, вторая. Эти четыре аккорда нам нужно сыграть четыре раза подряд. Четыре круга. А на пятый круг, на последнем аккорде, нужно немного задержаться. На аккорде ре мажор мы играем два раза. С басом и без баса. Но теперь еще добавляем в конце два раза наш перебор без баса. Пятый круг будет звучать так. После припева нам нужно повторить еще раз аккорды на куплет. Но теперь все аккорды играются ровно 4 круга. После второго куплета идет второй бридж, который играется точно так же, как и первый бридж, но с небольшим отличием в самом конце. В самом конце мы должны добавить еще один аккорд. Добавочный аккорд во втором бридже зажимается так. Шестая струна на втором ладу, третья струна на первом ладу и первая струна на четвертом. Играем здесь два раза. Шестая, третья, первая, третья, шестая, третья, первая, третья. Теперь второй припев, и мы должны повторить четыре раза подряд все четыре аккорда из припева. Теперь третий бридж, и он звучит так. Первый аккорд. Зажимаем четвертую на шестом ладу, третью на четвертом ладу и вторую на пятом ладу. Здесь играем четвертая, третья, вторая, третья. Такой же перебор, который у нас был и на интро, и на куплет. Такой перебор на первом аккорде нужно сыграть 4 раза. Следующий аккорд. Третьим пальцем прижимаем четвертую на седьмом ладу, третью на шестом ладу, а вторую мизинцем на седьмом ладу. Здесь играем тоже перебор 4 раза. Следующий, третий аккорд. Оставляем третий палец на четвертой струне. Мизинцем теперь прижимаем третью струну на седьмом, а первым пальцем прижимаем первую струну на пятом ладу. И здесь играем уже немного другой перебор. Четвертая, третья, первая, третья. Так нужно сыграть 4 раза.
Далее третьим пальцем переезжаем по четвертой струне на девятый лад. И добавляем баре на седьмой лад. Здесь играем два раза. Четвертое, третье, первое, третье. Четвертое, третье, первое, третье. Далее возвращаемся на предыдущий аккорд. Четвертое на седьмом, третье на седьмом, первое на пятом ладу. Здесь играем два раза. Четвертое, третье, первое, третье. Четвертое, третье, первое, третье. Следующий аккорд. Зажимаем третью на седьмом ладу, а вторую тоже на седьмом ладу. Первый палец у нас остается на первой струне, на пятом ладу. Играем здесь четвертое, третье вместе. Далее вторая, первая, вторая. И далее третья, вторая, первая, вторая. А завершающий аккорд мы должны все три пальца перенести через лад. Девятый и седьмой. Здесь играем третья, вторая, первая, вторая. Третья, вторая, первая, вторая. Третий припев звучит так. В третьем припеве мы зажимаем такие же аккорды, как и в предыдущих двух припевах. Но теперь здесь мы играем не перебор, а играем приемом арпеджиато все струны аккорда сразу. Итак, на втором ладу баре мизинцем мы зажимаем первую струну на пятом ладу. И здесь играем приемом арпеджиато пятую, третью, вторую и первую. Если вы не знаете, что такое прием арпеджиато, как им играть на гитаре, обязательно посмотрите вот это видео. Следующий аккорд. Третья струна на первом ладу, первая струна на четвертом ладу. Здесь играем арпеджиато шестая, третья, вторая и первая струна. Далее шестая, третья, вторая и первая на втором ладу. И третья, вторая, первая вместе с четвертой открытой. Затем этот круг опять повторяется. Но в конце, на последнем аккорде, мы играем арпеджиато раз, и потом еще раз, но уже без четвертой струны. Теперь продолжение третьего припева. Зажимаем опять первый аккорд и играем здесь следующий перебор. Пятое. Вторая и первая вместе. Затем третья струна. Вторая и первая вместе. Затем третья струна. Второй аккорд то же самое, но здесь уже играем с шестой открытой струной. Опять шестая, две первых вместе. Потом третья. Потом опять две первых вместе. Потом опять третья. Третий аккорд, когда мы зажимаем шестую, третью, вторую и первую на втором ладу. Здесь то же самое. Шестая, две первых вместе. Потом третья струна. Опять две первых вместе. И опять третья струна. Четвертый аккорд. Третья струна на втором ладу. Вторая струна на третьем ладу. И первая струна тоже на втором ладу. Здесь играем четвертая и две первых вместе. Потом третья. Опять две первых вместе. И потом третья. А далее весь этот круг нужно повторить еще раз. В четвертом припеве мы опять повторяем наши четыре аккорда, но таких повторов должно быть уже 5. А в конце кода, который звучит так. Первый аккорд.
зажимаем третью на первом ладу и играем такой перебор. Шестая, третья вместе. Дальше вторая, первая, вторая. Третья, вторая, первая, вторая. Второй аккорд, когда мы прижимаем четыре струны, шестую, третью, вторую и первую на втором ладу. Здесь играем такой же перебор. Шестая, третья вместе. Далее вторая, первая, вторая. Третья, вторая, первая, вторая. Следующий аккорд. Третья на втором, вторая на третьем и первая на втором ладу. Здесь играем четвертая, третья вместе. Дальше вторая, первая, вторая. И теперь три раза подряд нужно сыграть. Третья, вторая, первая, вторая. Третья, вторая, первая, вторая. Третья, вторая, первая, вторая. И теперь заключительный аккорд. Прижимаем третью струну на первом ладу. И играем вместе. Пятая, третья, вторая, первая. Обязательно скачивайте табулатуру для этого видеоурока, используйте ее при разборе данной композиции. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, оставляйте свои комментарии. До встречи в следующих видеоуроках. Regrets and mistakes, their memories made.